Тора нас учит вешать то, что называется мезуза, на косяк двери у нас дома, в главный вход в дом и не только, также в комнатах дома, кроме туалета и ванна. Что такое мезуза? Что там есть? Сама мезуза – это священный текст, который особенный человек пишет на свитке. И потом этот свиток закрывается. Эту мезузу мы держим в особенные домики. Этот домик может быть любой и разный. Есть цветные, есть из металла, есть всякие угодные. Здесь, в Каббала-центре, наши учителя нас учат, чтобы этот домик был прозрачный. Есть разные размеры мезузы. Большой, маленький. Они оба хорошие, они оба работают. И теперь, наконец-то, поймем как. Когда тот человек, который пишет мезузу, берет особенный свиток и пишет на него, это ручная вся работа, пишет очень особенный шрифт, молитва истории. Шма Исраэль, Адонай Элоэйну, Адонай Эхад. И дальше весь текст из Шма Исраэль. Его надо хранить очень-очень хорошо, чтобы влага, вода не дотронулась свитка. И этот свиток мы вешаем на косяк двери с особенной молитвой. Для этого, конечно, очень рекомендую, чтобы учитель, человек, который уже знает, какую молитву сказать и как это делать, придет и поможет с этим. Так что такое мезуза? Само слово мезуза, мудрецы нас объясняют, что это буквы, слова «заз мавит» – «отстрани смерть». Много источники разъясняют о секрете мезузы, почему это так важно, как этот инструмент защищает наш дом. Один из моих любимых – это Зоар, глава Беалутха, начиная с строчки 72, абзац 72 и дальше. Зоар описывает очень красиво и очень четко, что мезуза дает нам. Мезуза, которую мы вешаем, как мы сказали, на косяк двери. То есть, когда я захожу домой, мезуза будет справа от меня. Когда я выхожу из дома, соответственно, мезуза будет слева. Мы знаем то, что также написано в Торе. «Лапетах хатат ровец», то есть у порога грех лежит. Есть отрицательные силы, сущности, которые обычно встают за порог, за нашей двери. Когда я захожу домой, очень много прошло в течение дня. Где-то я раздражался, где-то реагировал. Скорее всего, не весь день был праведником, был светлым, был хорошим. Если я просто так войду домой с этим негативом, я также раскрываю дверь, дополнительный негатив и сущности войти со мной. Когда я вешаю мезузу с правой стороны, когда я захожу домой, эта мезуза укрепляет то, что мы называем свою правую колонну, укрепляет голос нашей души, дает нам силу зайти более осознанно домой, оставить весь негатив за порогом. Образно говоря, я своего оппонента, я своего злое начало возьму потом, когда выйду из дома. Но домой захожу чист. Я защищаю себя. Я захожу домой, а весь негатив остается на улице. Это первая функция мезузы. Как некий сторож, который работает 24 часа в сутки. Когда я выхожу из дома, теперь мезуза уже находится слева от меня. Верно? Потому что когда я выхожу, подобное притягивает подобное. Именно моя левая колонна, которая символизирует суд, весь тот негатив будет притягиваться к моей левой стороне. И когда я выхожу, мезуза защищает мою левую сторону. Так что этот негатив не сможет вернуться ко мне. Более того, Зоар говорит следующее. Зоар объясняет, что когда мезуза находится у двери, это не просто охранник, а даже если есть отрицательные силы и сущности вне дома, мезуза их контролирует. Мезуза делает так, что даже эти силы будут защищать мой дом. Для этого что важно? Кроме того, чтобы мезуза была правильная, и что правильный человек ее написал, и что она была целая. Кроме того, чтобы вешать ее правильно, с правильным сознанием и благословением, очень важно, что у порога двери всегда было чисто. Другими словами, перестать ту общую традицию, когда мы кладем мусорные пакеты
у двери. Всегда, чтобы там было чисто. Потому что, когда есть физическая грязь, оно мешает мезузе. Оно мешает функции мезузе, которая является духовным охранником. И, конечно, когда я захожу домой, поднять глаза, посмотреть на мезузу, вспомнить, как я хочу зайти домой, кем я хочу войти, и что я хочу, чтобы было у меня дома. Когда мы вешаем эту мезузу, мы на самом деле даем приказ, кто может войти в мой дом, а кто нет. Начиная от людей, то есть я имею в виду, чтобы враг, чтобы вор, отрицательный человек не смог войти в мой дом. Но также отрицательные энергии, ни злость, ни ревность, ни сомнения, ни страхи. Я хочу, чтобы в мой дом зашло только радость, только счастье. Чтобы в мой дом зашло здоровье. Чтобы в моем доме заходили хорошие, правильные люди. Зашла любовь и забота. Это то, что мезуза нам дает, когда мы вешаем эту мезузу на двери. Так как мы сказали, мезуза мы вешаем на главный вход в дом, но не только. Мудрецы также объясняют, что в каждой комнате, где мы спим, рекомендуется, чтобы была мезуза у двери. Потому что, когда мы спим, тоже нужна духовная защита, так как большинство, часть души нашей, выходит из тела. Ванна и туалет, вот там вот, мезуза не нужна. Эти комнаты, с духовной точки зрения, никогда не будут полностью чисты. Это комнаты, которые мы отмываем грязь. Из-за этого там как раз мезуза не нужна. Главное, во входе и там, где мы спим. Кроме прямой текст мезузы, который скрывается от нас, для того, чтобы укрепить нашу уверенность в Творца, мы также добавляем снаружи особенное имя Бога, Шин Далет Юд, имя, которое содержит в себе защита и контроль над отрицательных сил. Именно из-за этого, для того, чтобы он был нам виден, здесь в центре наши учителя нам рекомендуют использовать домики мезузы, которые прозрачны. Важная вещь. Мезуза – это очень мощный инструмент. Из-за этого надо с большим почтением и уважением относиться. Мы в это верим или нет? Пожалуйста, большая просьба. Даже если в мезуза упала ошибка, даже если мезуза делала уже свое дело и надо ее менять, старую мезузу все равно надо с почтением и уважением вести себя. Ни в коем случае не выкинуть, ни в коем случае, чтобы не лежала на полу. Если у вас есть мезуза, которой вам она не нужна или в ней упала ошибка, можно привести к нам или учителю, который дальше возьмет ее и знает, что с ней делать дальше.